Памятник археологии. Тут на домик какой-нибудь смотрителя. Ну да, там. Ну вот мы в Херсонесе были. Но там, наверное, тут, наверное, не так. Здесь поменьше был город. Наверное, Понтикопей был похож на Херсонес, да, по площади. Угу. До нашей эры. 2000. Да, да, я читал. Ну, они тут все примерно тогда возникали. 6-й, 3-й век. Главное, вон как площадка, да? Они там то ли собирались. То ли... А, типа у них был как центральная площадь, да, такая. Под такой толщей уже земли похоронено. Ну, сейчас даже в наше время. Оставь город на 100 лет, и через 100 лет не узнаешь города. А тут столько времени, тысячи лет прошло. Ну, по-моему, в 3-м или в 6-м тоже веке наша эра уже была уничтожена, я читал, готами. Так, ну немножко мы тут разобрались. Там вот реконструкция этого места, колонный новодел. Это то, что было тут найдено. Я так понимаю, мраморные какие-то вещи, колонны. Вот они, реконструкция. Вот описание. На паузу можно поставить, почитать. То есть, получается, вот эти колонны тут стояли. Над ним была крыша черепичная. Из глиняной черепицы, по ходу дела. А вот тут был вход. То есть, проходим сюда. С правой стороны лестница, откуда-то вела с верхнего яруса. Здесь вход был, возможно, в какое-нибудь святилище, не святилище, ну, в какое-то, в общем, здание, помещение. Туда что-то вело. Ну, там видно была стена сплошная, фундамент стены, вот останки этой стены. Вот как интересно, сейчас только обнаружил внизу вот этот камень такой. Смотрите, как отточен. Вот этот вот камешек. И вот эта вот основа, так скажем, стены, выступ, красиво сделано. Вот. То есть, получается, мы вот так вот проходили бы через эти древние ворота. Был бы выход на некую площадь, где собирались горожане или там знатные мужи города. Вот это было, наверное, продолжение стены. Вот такие массивные блоки здесь лежат. То есть... Что-то вот какие-то плиты интересные, обточенные. Вот они попадаются тут везде. И вот пошел типа амфитеатр. Там так и написано, что они как бы вроде бы как амфитеатр. То есть непонятно, что это. Но очень похоже, что на амфитеатр. Почему? Видите, полукругом. И идет, вот если посмотреть, вот этот нижний ярус, потом над ним повыше. Он немногим выше. И другой на два камня. Вот этот ярус другой повыше. То есть, получается, сидели там и свесив ноги на этот. Потом сидели на другом ярусе, на первый ярус свесив. Вот. И так, наверное, сколько-то там ярусов было, сколько неизвестно. Потому что тут дальше либо не раскопали, либо там ничего уже нет. Может быть, в свое время растащили все отсюда древние грабители городов. На постройку что-то для себя, в общем, унесли. А что-то занесло. Наносами грунта. Вы как видите, какой слой нарос над культурным слоем древним. То есть как погребено все под землей. А есть города в той же пустыне, которые песком древние города. То засыпает, то опять. Появляются они, как ветер падает, как эта канава вот шла. Видите, как сделано все, то есть продумано, для чего-то вот она уходит, так и опять поворачивает изгибом, идет туда дальше. То есть по ней, может быть, водосток какой-то был. Говорят, пресная вода у них тут была, то есть колодцы или как-то, либо они откуда-то с холмов. Тоже водопроводной системой древней, так скажем, путем переливания сосудов, может быть, было организовано. Это как будто прям вот стена
Смотрите, какой широкий вот этот, широкий какой участок. И вот он идет. Часть его обрушилась, упала вот. Она идет, идет и вот дальше. Неровная такая, не совсем ровная. То есть, ну, возможно, выкладывали в зависимости от тогдашней местности. Либо так это все покосилось со временем. Она как бы немножко даже наклонилась. Вот. И получается, это, наверное, была стена, обрамлявшая город. Может быть, это первая стена, вторая стена. То есть, сколько тут цитаделей было. Вот к этой стене примыкал святилище, получается. Вот идут люди потихоньку, тоже заинтересовались. Приходят, смотрят. А сейчас мы пойдем к морю, к секретному пляжу. Вот еще вдалеке от тропы идут какие-то остатки раскопок, но они почему-то не огорожены. Не вдалеке, прям рядом, то есть вот направо раз и городище, а слева вот эти вот остатки кладки. А вышли мы сюда, чтобы смотреть на Керчь, на Керченский мост. Вот мост с этого ракурса.